Здравствуйте, друзья! Меня зовут Валентина Бронских, я художник-педагог. Сегодня мы будем рисовать акварелью. Я предлагаю вам нарисовать пейзаж с явлениями воздушной перспективы. Это будет уголок природы. По правилам воздушной перспективы дальний план изображается светлее и приобретает голубой оттенок. Первый план пишется более темным, и цвета более ярко выражены. Для работы нам нужна акварель, лист акварельной бумаги, кисти, лучше беличьи, карандаш и ластик. Смотрите мои видео, рисуйте вместе со мной, пишите комментарии. Мне будет очень интересно узнать результат вашей работы.